Поехали. Все, я тебя сейчас сюда заношу. Макс, помнишь, а главное GoPro не потеряй. Да, главное GoPro не потеряй. Красава, носки! О, ты носки держи! Хорошо, носки! Есть экстремалы, которые пытаются летом обогнать волну. Есть воздух, есть погрузиться, есть путь вверх. Но флайборд уделывает вверх! Вот это гай! Флайборд для меня, я считаю, самый крутой вид спорта. Он объединяет здесь все стихии. Вода, ветер, солнце, воздух. И за счет реактивных струй мы летаем над водой и выполняем все наши вот крутые трюки. И ловим тем самым свой адреналин. Я думаю, людям с клаустрофобией явно не понравится ощущение. Как-то тебя привязывают к шлангу. Такое своеобразное чувство, если честно. Молодец! Я лечу! Нам помогает на воде летать гидроцикл. Чем мощнее он, тем лучше. Для тех, кто именно выступает на соревнованиях, для тех, кто делает шоу. Вот, а он как насос, мы его используем, он качает воду и выплевывает ее в шланг. Соответственно, по шлангу она сопла, и за счет выбрасывания струй как мы взлетаем и делаем свои трюки. Обучаем людей. Я когда обучаю, сижу сам за гашеткой и нажимаю газ, и этим самым регулирую поток воды, мощность воды. Вот. И когда летаю сам, здесь уже у меня в руках пульт, я использую. И с помощью пульта я управляю мощностью сам. Как же это тяжело, да? Очень на такой столке всегда. Очень хочется, конечно, в Самарской области развивать это как вид спорта, чтобы были спонсоры, кто помогал, потому что сам лично это потянуть вообще нереально. Вот, хочется, чтобы приглашали больше на мероприятия, конечно, чтобы летать, делать шоу в Самарской области, потому что на данный момент мы выступаем по всей России, но в Самарской области очень редко, к сожалению. Это поначалу очень тяжело, потом поначалу это непонятно, как-то вообще странно, но потом, когда поднимаешься, вот буквально уже на 2-3 метра, вот там начинается самый кайф. И прикол в том, что страха нет вообще. Я вообще трусливый человек, я высоты боюсь, на самом деле, не могу ходить там по краю, и по крышам гулять тоже не мое, но здесь это вообще никакого страха, только кайф, хочется выше, 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 я по-любому еще... Думаю, обязательно попробую и, надеюсь, поднимусь метров, не знаю, на 10 или даже на 15. Класс!